Дорогие братья и сестры, я поздравляю всех с годовщиной основания церкви. Мы очень рады, что здесь, в Москве, появилась такая община замечательная, которая стала домом духовным для многих людей. Надеемся, станет домом для еще большего количества людей. Мы рады, что у нас есть семья по всему миру, что можем общаться, так прекрасно проводить время вот в лесу, и даже дождь кончился. Вот, от всего сердца поздравляю. Я очень счастлив быть частью Московской церкви. Желаю ей процветания и роста. Привет! С праздником всем! Мы очень рады быть с вами. И мы приехали из Америки в гости быть здесь на конференции родителей. И очень рад, что мы могли попасть сегодня на пикнике и быть со всеми вами. Мы с Анжелой приехали с острова Техаса и с детьми, чтобы быть здесь в Москве на этой неделе. Поэтому мы очень благодарны за гостеприимство, которое вы нам дали. И вы как родные для нас. И очень благодарны. Спасибо. Привет всем. Мы так рады быть здесь с вами. У нас много хороших воспоминаний. Наше время есть здесь, в России и на Украине. Просто очень благодарна Богу, что мы можем быть с вами. Люблю вас. Возлюбленные братья и сестры, я с радостью поздравляю вас с днем рождения церкви. Желаю всех благ, мира, спокойствия и утешения в Господе. Люблю вас очень. Держитесь веры. Храните себя святыми и непорочными ради Христа. Поздравляю дорогую нашу церковь с днем рождения. Очень рада, что у нас все хорошо в церкви, мы процветаем, что наши дети здесь, что мы счастливы быть с Богом, с церковью. Желаю всем всего самого лучшего, вот, чтобы все были верны Богу и прибавлялось к нам еще больше и больше спасенных. Всем привет! У нас классный праздник. День рождения мы отмечаем на юго-востоке. Дождик закончился. Это просто чудо от Бога, что там везде какой-то шел дождь, а у нас все так классно. Есть много общения, все радостные. Сказка только начинается. Дорогая церковь, поздравляю тебя с твоим очередным днем рождения. На самом деле, вечность — это круто. We're so happy. We love the Moscow Church and the Eurasian churches, and we always love to hear the good news of the gospel being shared here and the love of the disciples, not just for the lost here in Russia, but your hearts for disciples around the world is encouraging. It is great to be a part of a fellowship of churches, to see the Holy Spirit working around the world, and to know that the gospel brings hope and the love of Christ to every soul on earth. It's so encouraging for us to be here with you guys. It's very powerful to be able to be a part of God's kingdom. You can see the Spirit of God in people when you can't speak the language, and it is beautiful, and we are very grateful. We came and we lost our luggage, and people brought us clothes, and they took care of us. And we are very, very grateful that God takes good care of us in everywhere we go. Друзья, всех поздравляю с праздником, всего наилучшего, многие годы во Христе прожить еще здесь и потом в вечность с Господом. Любите друг друга, любите Господа, славьте Его, будьте счастливы. Аминь. Замечательный день, я считаю. Вообще великолепно видеть учеников, которые собрались вот в этой вот атмосфере леса, на природе. С радостью действительно отметить очередную годовщину нашей церкви замечательной. Вот, слава Богу за каждого. Вот уже скоро будет как 11 лет я в церкви. Вот, и очень классно чувствовать себя. Очень рада, что мы на день рождения в церкви. Самое главное, все в нашем стадии. Нам просто в нашей церкви очень нравится. Поэтому находиться здесь очень-очень приятно, классно. Спасибо. Hi, I'm Kalia Hooper. I'm from the
Austin Church in Texas, and we are visiting here in Moscow. I just love to see God's love everywhere, even if it's in a different country, no matter the language difference, everyone is just so loving and so excited about God and His Word, and I'm just so blessed to be here and to just be building new relationships and friendships. Дорогая церковь, мы тебя поздравляем с днем рождения. Мы так счастливы, что мы в твоей семье, что мы вместе, что ты наше терапевтическое общество. Которое исцеляет, помогает, вдохновляет. Мечтаем и продолжаем быть здесь, чтобы наше количество увеличивалось. Мы же сильнее, мудрее, духовнее. Держались за Господа. Точно. Бог великий. Мы с вами. Днем рождения. Днем рождения. Поздравляю с рождением, с днем рождения церкви. Это так здорово, что у нас вообще есть возможность находиться в таком месте, потому что если бы не Господь, многих бы чудес не случилось бы в нашей жизни. Браков, исцеленных душ и жизней. Это очень здорово, что Господь подарил нам такой шанс. Великолепно. Замечательный и прекрасный. Всех поздравляю. Спасибо. Люблю всех. Днем рождения церкви всех. Прекрасное событие. Особенно здорово его отметить здесь, на природе. Всем привет! Ну, я очень благодарна, что Бог нас создал и что у нас есть церковь. Все-таки приехал. Мы с папой молились, чтобы закончить год. Поздравляю любимую, родную, дорогую церковь с днем рождения. Братья, сестры, так здорово быть вместе. В общем, классно проводить время на природе, шашлыки, спорт, общение. В общем, я очень-очень благодарен за то, что мы можем вместе служить нашему Господу Иисусу Христу. Вечно жить. Встретиться всем на небесах. В общем, там была хорошая погода, вкусный шашлык. Днем рождения, церковь!